Ты герой или трус? Тогда оборвав по приказу учения. Самое главное у вас, вы должны понимать, что это только этап, учеба продолжается. И вы каждый день должны будете доказывать снова, что вы лучше. И я убежден, что вы это сделаете. Абсолютное большинство наших выпускников становятся лучшими профессиями в этой стране. Создание особой ауры. Потому что к вам редко кто приходит с радостью, к вам приходит с болью, к вам приходит с бедой. И как будет врач реагировать, какие знания, опыт, умения, навыки он положит на чашу весов, зависит, еще раз подчеркиваю, социальное самочувствие нашего города. У Петроградского района есть много визитных карточек. Петропавловская крепость, Аврора, домик Петра и другие. Но заслуженное первое место занимает первый мед, потому что вы лучшие. Поздравляю вас с праздником. Доброй ночи, выпускники. И мне нравится идея, что если ваш персональный компьютер, самый ценный, это мозг человека, особенно врача, и другие техники современные, суперсовременные, не подтверждают вашу мысль, то тем хуже для других современных техник. Доверяйте своему мозгу. Только с цветами знаний и чистой совести позволяет радоваться жизни и считать, что ты живешь правильно. Мы желаем вам, чтобы вы были людьми, испытывающими гордость и любовь к своей родине, к своему прекрасному городу, нашему любимому университету. И чтобы вы принесли это чувство гордости на протяжении всего вашего жизненного пути. Добрый путь! Вам покажется, что вы ничего не знаете. Это время пройдет, очень скоро вы научитесь знать все. После этого, наступит время, когда вы не будете знать ничего, но и так далее. И только вот в эти моменты, когда будет переход от знания к незнанию, приходите в университет. Приходите, здесь ваши учителя, здесь ваши родители в специальности. Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно
лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека.